Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем бродить игру по названием Апоцион. Но в прошлой серии мы убили... Как его там? Не хамелеона, ну что-то связано с этим. Так, и нахрена я сюда пришел? Тут ничего нету. Странно, вот у нас закрыты двери, хотя я все это уже изучал, в плане того, что мы это уже тут были. Сюда я могу сходить сейчас, посмотреть, что там все-таки. Ладно, волков я не буду трогать, я буду просто их вот так проскальзывать. И все. Ладно, идем в другую сторону. Здесь у нас... А, ничего нету. Так, тут я был. Тут я был, тут я был, тут я был. Я там не могу пройти. Наверху здесь может что-то быть. Здесь наверху. Сейчас, значит, пробежим и там перепрыгнем. Так, это перемещение... Как бы то ни было, здесь еще не был. Да ладно, туда мы сходим попозже. Давайте тогда я пойду за луком Артемиды. О, теперь тут открыто. Думаю, она не против, если я тут немного поживлюсь. Так, думаю, лучше сохраниться. Найдите лук Артемиды. Священная роща Артемиды. Это чё? Лунные шарды. Мне лучше изучить, да, это место? Окей. Лунные шарды для чего-то активируются. Заметьте, что здесь вообще никого. Так, три мы уже нашли. Зачем-то медвежьи капканы. Максимально странно на самом деле. Ну ладно, итого у нас сколько их? 1, 2, 3, 4. 4 муншарда. Значит, это великий охотник, о котором поют мои птицы. Самое сильное и умелое создание в моих землях. С тех пор, как Зевс оборвал связь между героем и землей, горой, я так устала от этого крохотного сада. Пришли славные охотничьи деньги. Мои стрелы, пока я в колчане шел все до достойной цели. Но интересно, сойдет ли опытный охотник за опытную добычу? Ау. А! Серьезно? А, какое состояние? Поймай меня, если ты сможешь, охотник.
Подожди, подожди, мне нужно лук брать? Бля, потом уже я начну бегать. Да. Я понял, я понял. Бля. Да, ёлки-палки, манатина меткая. Так, подожди, я все-таки, наверное. Сколько эти наносят? Максимум 50-12 урона. А, максимум это имеется в виду количество. 12, 23. Взрывная стрела. 10. 10. Ладно. Да, ёлки-палки. Да иди ж ты в сраку. А, во время ж боя нельзя точно сохраняться. Тихо, тихо. Ай-яй-яй-яй. О-о-о, она взрывные юзает. Ну, прыгай вниз. Подожди, я тоже сейчас буду взрывные твари использовать. Так, это стрел наконечного гидра разделяет при выстреле на 3. На, тварь. Надо было сразу юзать взрывные. Лук Артемиды, создан из безупречного рога и золотых жил. Это необычный лук, содержит силу охоты, и его стрелы с легкостью пронзают сердце беспечной жертвы. Быстрая перезарядка всех луков. Это хорошо. Артемида, ну ты, конечно. Ух. Не ожидал я такого. Ну, в плане того, что она такая жесткая. Когда мы их одолеваем, статуя ломается. Значит, нам осталось еще. Еще 3. Так, давайте сразу для сюда я выставлю обычные стрелы. Сюда я поставлю булаву. А,
А, это мне ж... Подожди, это ж мы в главном городе, да? А, точно. Это же главный город. Давайте тогда, подожди. Здесь, если я не ошибаюсь, драться нельзя. Так, это можно, хорошо. Карта. А, мы идем на рынок с вами, подожди. Потом я в дома поврываюсь, все такое. Я хочу сейчас сюда пробежать, и наверх там, может быть, можно что-то открыть. А, там этот. Понял. Я вас понял. Здесь у нас ничего, ничего. Наверху может быть что-нибудь. Сюда мы лазили, это тоже ничего. Поэтому мы идем сейчас с вами в рынок. Посмотрим, что на рынке. Если что, можем себе наворовать всяких много предметов. О! Защитите себя, доспехи от миллионного мастера. Так, давай. Броню, броню, броню. А, тут сразу так продаешь. Броня. Так, давай я попозже к тебе тогда подойду. Так, что у тебя? Сигарист чемпиона. 40. Ксирокс героя. Булава. Сарис. Несмотря... А мне кажется, Сарис есть. БВ купил высшего качества с крепким древением и застренным наконечником. Сагарист чемпиона. Подожди. А у меня обычный, да, Сагарис? Ксирис обычный у меня. А у меня чемпиона тоже. И Ксирис герой у меня есть. Сарис, Сарис, Сарис. Давай быстрее. Сарис, 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 Сарис. Да ладно. Пока булавой попользуюсь. Учитель оружия. Аптекарь. Намор для ремонта. Чинит 50 брони. А, подожди, ремонт это броня. А я думал, это оружие чинит. Эликсир энергии. Несмотря на ужасно неприятный вкус, это жгучий ли... Так. Ликер награждает огромную силу и жесткую... Ну, если дает 200 плюс урона. Нихера. Дарует ауру света. Скорость атаки на 20 выше, а также на... Не замедляет движение. Быстрый разбег. Иммунитет к избиванию и прерыванию атаки. Это очень хороший предмет, если для боссов. Так, подождите, набор для ремонта. Набор... Так, из небольшого металлических и кожаных инструментов для ремонта доспехов после порчи в бою. Починка 50 брони, максимум 10. Давайте я, короче, использую лучше... Куплю себе. Ну, слушай, на броне тоже, типа, доп хп, считай. И то стоит одинаково. Я ауру света куплю. И это куплю. Ну, как раз у меня... Блин, а нужно было перед покупкой зайти сюда к учителю. Мажься маслом, сегодня ты тренируешься с мастером. Топор, первый уровень. Повышает скорость атаки и урон 10%. Повышает скорость атаки и урон 10%. Луки, дубины. Мне бы дубины и мечи прокачать. По 50. Короче, это все-таки, ребята, RPG, значит, я добавляю эту игру в жанр RPG. Делец черного рынка. Моя сеть может достать тебе что угодно за свою цену. Меч Мидаса, фигня. Ключ тайника убийцы. Вот. Желающие скрыть свои темные делишки мог найти все необходимое для... На дне болота. Вот это мне нужно. Кинжал очень хороший.
в спину, если атаковать. Поэтому я возьму еще один ключик. Мы собираем 100 золотых. Хотя, может, я и тут могу насобирать. Потому что... Ключ старушки. И в этот момент я как раз чинил оружие, да? Классно. F5. Мастер по оружию. Да, видите, они типа меня услышали и напали. Я хочу немного сейчас полазить, и мы с вами отправимся в новую локацию. Но для этого мы хотя бы немножечко изучим местность. Intruder! Не зря же я меч прокачал. Хорош. Нет, мечек много. Не беда. Так, давай, наверное, ко мне. Так, давайте я сразу их убью. Стой, ты нарушил закон Олимпа. Заплати или присасься перед судом Зевса. Махнуть оружием. Надеюсь, на меня потом эта вся орда не нападет после того, как я это сейчас все зачищу. Ну, я как раз себе для прокачки и денег собрал. Почему бы и нет? Так, подожди. Мне нужно зелюшко сделать. Много этого. Немножко бессмертия. Заметьте, что я еще не сохранялся. Ой, короче. У этого здесь выражен из лука ключ сторожки. Сторожки, добавленный в инвентарь. И поэтому здесь вырезал из руки гекаконца 3 на 9 раз в сторону кулаков. Из костей он создал легион верных стражей, присматривающий за Олимпом и обеспечивающий порядок в эти трудные времена.
Вот и все. Теперь я могу открыть, посмотреть, что тут. Меч Мидаса. Неотъемлемый оплот воина — это тяжелый укрепленный бронзовый щит, обеспечивает непробиваемую защиту. А, у меня этот меч пропал. Обидно. Я все равно сейчас выйду, зайду, посмотрю, что есть. На мете поругаться не буду, да? Да, не вообще, им вообще плевать. Подожди, что? Палата Афродиты. С самого было начало дано ей в удел и владение между земными людьми, богами бессмертными. Вот что девичий шепот любовный, улыбки и смех и обманы, сладкая нега любви и пьянящая радость объятий. Сейчас посмотрим вообще, что здесь есть еще. Палата Афродиты. Прости, дорогой, но сегодня я не даю аудиенцию. Здесь есть место для даров и подношений, если хочешь оставить что-нибудь до лучшего времени. Главное, ничего не задень и не сломай радость мою. Я сломаю. Что ты натворил? Неуклюжий олух. Эрос, отправь этого поросенка на случку и оставь. Подожди. Не. Смотри, куда стреляешь! А. Вон оно что. Вот, блин. Ага. Стой! Эрос, подожди! Мое сердце ноет от жалости к этому бедняге. Ты человек, так ведь? Я хорошо знаю твой род. Я могу любого заставить влюбиться, даже смертного и божество. Подобный союзу возмутите Зевса и полубогов в виде помехи своего управления. Но это моя природа. Разве вы смертные молитесь бы мне? Не будь я само собой. Зевс приказал отделить богов и людей и обрек твой мир на смерть. И какие у меня будут привилегии, когда на земле не останется никого, способного любить? Пожалуйста, возьми мой священный цестус. Он наполнил мои силы, красоты и страсти, знак памяти о богине, которой больше никто не молится. Цестус Афродиты. Сплетенный из шелковых кос, это элегантный мешочек несет силу любви и вожделения. Его обаяние привлекает всех, в кого попали стрелы Ароса. Дротик Ароса очаровывает врагов. Благосклоние Афродиты — это изящные стрелы, пронзающие сердца и затумавшие разумы всех, кто поблизости. Обычные враги становятся временными преследователями.
верный. Короче, это помощников я могу создавать. Максимум 3 штуки. Дуротики Эриса добавлены. Нормально. Я сделал то, что я хотел. Так, а теперь мы с вами отправляемся куда? Правильно. В черный рынок. Для чего? А чтобы я смог себе закупить, во-первых, это лук. Я себе прикуплю лучок. Подожди, черный рынок у нас где? Так, это Дионис. Здесь черный рынок. Подожди, это дом. Рынок у нас дальше. Рынок. Сейчас мы на рынок. Ну, мне кажется, здесь ко мне все уже будут дружелюбные. Ну да. Так, давай сразу. Что я хотел сделать? Ключ. Я хотел купить. Быстро бежим к оружейнику. Я у него куплю меч. Давай. Меч героя. У тебя я хочу... А, вот даже сколько можно раз улучшить. Понятненько. Так, дубинки я в основном использую тоже. Давай я, наверное, еще меч еще раз улучшу. Или лучше дубинку. Ну, слушайте, скорость атаки, дубинка, я думаю. Секира. А, все, я улучшил дубинку на максимум? В смысле? Прикольно. Мы купили ключ, поэтому давайте я сразу в этой же серии. Ну, чтобы не идти в новую локацию куда-то. Мы делаем так. Аид. Следующий, куда мы пойдем, это к Аиду. Потом к Аполлону. Так, ладно, Артемида. Да. Отправляемся в лес. И откроем... Блин, подождите, а где у нас еще была локация тоже с закрытой зоной? Так, по идее, я правильно бегу. Так ведь... А, все равно не вы, я сейчас вниз просто пробегу и там сделаю все, что надо. Ну я ж открыл в прошлой серии здесь проход. Манать стоять. Не понял сейчас. Здесь заперто. Если там заперто, сюда мне по идее тоже не поп... Мне, значит, нужно в гору. А, в болотах, точно, в болотах же так говорилось. Ой-ой-ой, тихо. Значит, нужно быть осторожным. А, я здесь. Стоп, в смысле здесь? Как я мог оказаться в этой стороне? Я появился... Вот я где. Что это за значок? Ладно. Влево, вниз... Дубиночка.
Хотя лучше железной дубинкой пользоваться. Так, наверх. Ну я ж кувырок сделал. Я ведь кувыркнулся. Так, отмычка. А вот и все. Вот я и зашел, куда мне нужно было. Я использую свой нож. Я использую против тебя свой нож. Ну иди ты в сраку, чел. Я ж по-хорошему хотел. Ну, где кувырок? Да, видите? Он просто мне... жрает. Он меня просто хочет сожрать. Так, лучше надо... капюшон убийцы. Так, сейчас. Диск возвращения найдено. После касания Гермеса этот простой спортивный диск был заколдован на возвращение к хозяину после броска. Типа он бесконечный? А, нет. Так, ладненько, значит, что мы делаем? А, да, смотрите, 40 урона, 50. Я все-таки хорошо прокачиваю себе оружие. Нужно будет сразу, значит, деньги собирать и туда все вкидывать. Так, используем одно зелье. Одно зелье мы использовали. Берем дубинку и валим отсюда. Восемь, восемь, восемь. А нет, дубинка только второго уровня, смотрите. Значит, у кого-то другого. Скорее всего, в другом большом городе. Там у нас же два города. А видите, а плохо, типа, я не вижу себя тоже. Типа, я и неуязвим при этом. Но когда я атакую, я, типа, становлюсь видимым. Ну ладно. Не страшно. Так, а теперь главное найти путь обратно. Влево и почти до конца. Ой, скоро зелье рассеется. Давай, давай. Ну, блин. Постоянно нужно замах думать, какой делать. И что это? Что это было? Ладно, плевать. Ладно, плевать. Ну, мы сделали то, что я хотел, в принципе, и поэтому можем заканчивать. В следующей серии я уже буду в городе, мы изучим немного еще город. Здесь были эти платформы. Так, я что-то этого места не помню, подожди. А, это как раз место, куда мы еще не ходили с вами. Ау.
Ну отстань! В меня не стрельни! Я уже знаю вас, они в меня стреляют постоянно. Ладно. Короче, на этом мы с вами заканчиваем. Потом всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.